на берегу Азовского моря, с Рабатской стрелки. Снова видно на горизонте мираж. Это при том условии, что сейчас было в июне довольно холодно, вода холодная, а воздух прогревается. Вот обратите внимание, видно береговую линию на горизонте, а потом дальше идет отражение света над водой. Мираж – интересное оптическое явление в атмосфере. Происходит вследствие преломления света на границе слоев воздуха, которые отличаются по плотности и температуре. Можно увидеть, как далекие объекты, дома, корабли приподнимаются в небо. Или в пустыне небо отражается на фоне песка, и нам кажется, что вдали озеро. На видео классический нижний мираж. Верхний – это когда реальный корабль, плывущий в море, виден перевернутым в небе. Нижний мираж – это когда под объектами, находящимися на горизонте, видно отражение неба. Есть и еще одно редкое явление – фата-моргана, мираж сверхдальнего видения. Это когда на небе видны объекты, которые находятся очень далеко, в десятках и даже сотнях километров. Этот мираж можно было заметить вдали даже без видеокамеры. То есть невооруженным глазом, при условии, что зрение в норме, мираж был виден. Поделитесь в комментариях, вам удавалось увидеть что-нибудь интересное или необычное подобного рода? Также хочу продемонстрировать рефракцию, вызванную турбуленцией воздуха, то, что мы видим, когда часто наблюдаем с вами Луну или планеты в телескоп. Когда воздух спокойный и нет ветра, этих искажений распространения света меньше. Воздух разной температуры имеет разную плотность, а на границах плотностей в воздухе свет преломляется. Возникает вот такой эффект, как над горячим асфальтом или над горящей свечой. Смотрите видео миража, снятое в другом месте и в другое время. Подписывайтесь на новые видео и смотрите уже загруженные на канал.